За безопасность на дороге. Под таким девизом в эти выходные прошел масштабный легкоатлетический забег. Площадкой для его проведения стал парк Волжский, а идейным вдохновителем выступила областная госавтоинспекция. Основная цель данного забега – это привлечь внимание жителей Волжского, жителей Волгоградской области к проблемам безопасности, к проблемам с теми, которые сталкиваются обычные пешеходы, обычные водители. Каждый из участников получит световозвращающий браслет и памятку по безопасности дорожного движения. Участие в забеге, который, кстати, прошел в День смеха, приняли несколько сотен жителей не только Волжского, но и Волгограда. Активную поддержку инициативе автоинспекторов оказала и администрация Волжского. Большое спасибо, что сегодня все пришли. Большое спасибо, что никто не поверил, что это шутка и, собственно, пришел в парк Волжский. Я думаю, сегодня у всех все получится. Будут свои победители, будут свои свершения. И я думаю, что все мы сегодня будем думать не только о беге, но еще и о правилах дорожного движения, потому что для нашего города это тоже очень важно. Для участников было подготовлено 3 спортивных дистанции. Новички могли попробовать свои силы в забеге на километр. 5 километров бежали те, для кого подобные забеги уже становятся доброй традицией. А профессиональных спортсменов ждала 10-километровая дистанция. Жители региона принимали участие в состязании с семьями и даже целыми командами. У нас большая команда, больше 10 человек. Кто-то побежит на результат, а кто-то хочет просто пробежаться с утра в хорошей компании. Мы за безопасность дорожного движения. И поддерживаем это начинание. 10 лет ездил без штрафов, ни одного штрафа нет, ездил аккуратно. У меня 3 детей, поэтому я всегда соблюдаю ПДД. Победу на 10-километровой дистанции одержал Вячеслав Балакшин. Спортсмен признается, вот уже несколько лет бег для него не просто хобби, а серьезное увлечение. Ощущение свободы, а тренировки еще нужно добавить все-таки. А так, конечно, супер все, организация классная, мне все понравилось. Волонтеры на высшем уровне, ну и, соответственно, друзья. Мы сами военнослужащие, инженерные войска 73-420. Вот у нас команда выступает, и мы поддерживаем спорт и продвижение спорта. Ну, конечно, главной задачей забега было напомнить. На дороге, как и в беге, есть свои правила. И только их неукоснительное соблюдение позволяет сделать дорожное движение безопасным для всех его участников. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».